Hey, stop screaming like a girl and take it like a man. Join the mafia, meet interesting people, then whack 'em. That's some good cannoli. Кто ты такой? Я магичик, и твое место уже готово. О чем ты говоришь? У тебя есть 5 секунд, чтобы сказать, где ты держишь Фрэнки, прежде чем я скормлю тебя твоим же посетителем. Что вообще о себе возомнил этот парень? Луи, Чич, переломайте ему ноги для меня. But by God, I'll try! Don't feel bad. Everybody's gotta die sometime. For an offer you can't refuse. Who's this guy?
we have here is a failure to communicate. Mmm, that's some good canola. Good thing I don't have to clean this mess up. Ah. Ow! Made a hole. Gonna bust your chops now! You'll never take sides against the family again, that's for sure. An arm and a leg, and a head. Get that guy! Some good cannoli. Get him out of here. All right, who's next? Step right up. 50 bullets, no waiting. Ah, my next customer. Wimp! Get him! Legs! Stop trying to bite me, you freaking lunatics! Die, you freaking bastards! Is this the end, Freako? Выкладывай, Фрэнки. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Сначала ты приходишь и несешь чушь, а потом каждый в этом городе превратился в непонятно что. И сейчас этот верзила ищет тебя. Почему? Сони, пожалуйста, я ничего не знаю. Я клянусь. Не заставляй меня делать тебе больно, Фрэнки, я клянусь.
Убирайся отсюда, ворюга. Теперь я здесь за главного. У тебя должно быть стальные яйца, чтобы ворваться сюда так. Я научу тебя уважать и заодно повеселюсь. А у него больше мозгов, чем я думал. Слава богу, мистер. Они собирались меня убить. Не благодари, а теперь давай уберемся отсюда, пока они не спохватились. Подожди меня! Ты кто такой? Меня зовут Винни, и ты можешь поблагодарить своего босса, мистера Беллучо, за спасение. Он заплатил за твое спасение. Но сначала я хочу знать, почему ты так важен. Что он заставил меня пройти через ад, чтобы тебя спасти. Это очевидно. Есть только один способ покинуть этот чертов город. И это через воздух. Ты о чем говоришь? С той штукой. Вот там. Что за... Все верно, мистер Винни. С помощью дирижабля мистера Беллучо. И догадайся, кто единственный может им управлять. Ты пилот? Все верно. Я отдал свой долг в Первой мировой на Старом континенте и должен признать, что он на славу повеселился. Избавь меня от этого патриотизма. Давай пошли к Беллучо уже. Я заберу свою плату, и мы все покинем эту адскую дыру. Но мы не можем. Армия перекрыла все выходы. Они стреляют во всех, кто пытается перейти периметр. Независимо, зомби ты или нет. Они даже заминировали мост. Да? Но мы посмотрим насчет этого. Мы должны перебраться на другую сторону. Если они не помогут с решением, то они становятся частью проблемы. У нас есть тоже оружие. Давай, пошли.